И снова я, Александр Криволап, печенение. Дорогие наши женщины, красавицы, умницы, разрешите от своего имени и от имени моего канала Александр Криволап поздравить вас с Международным женским днем 8 марта. Спешу пожелать вам всего самого доброго, крепкого здоровья, ведь его не купишь ни за какие деньги, веселого, весеннего настроения, теплого солнца, улыбок, радости, удачи. Пусть вы будете всегда окружены заботой, вниманием, любовью. Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра и всегда. Будьте счастливы и любимы.